за 25 дней до юбилейного 30-го пробега памяти героя Чернобыля мы решили пообщаться с одним из организаторов практически всех пробегов, Валерием Сулимовым. А пробег, как мы знаем, будет непростой. Организаторы пробега в этом году решили поставить его на европейские рельсы. В этом году мы впервые на нашем пробеге будем использовать чиповую систему регистрации участников. И какие плюсы в этой системе? То, что участники заранее зарегистрируются. Регистрация будет только онлайн, на сайте «Все пробеги». И каждый участник получит индивидуальный номер с чипом, который будет автоматически считывать результат участника. Таким образом, мы стараемся убрать человеческий фактор в подсчете результатов и повысить качество этих результатов. Остальное традиционно. Традиционные три дистанции. 5 километров, 10 километров и полумарафон 21 километр. На полумарафон допускаются участники, любители бега, не младше 16 лет. Мы также ввели ограничения по самому младшему участнику. Ребенок не младше 6 лет. Впервые мы в нашем пробеге ввели стартовый взнос. При регистрации на сайте «Все пробеги» заполняется анкета участника. Регистрация происходит только после внесения оплаты. До 1 апреля эта регистрация, стартовый взнос льготный. Вы можете увидеть всю информацию при заполнении анкеты. После 1 апреля, скажем, со 2 апреля до 10 включительно, стартовый взнос будет немножко увеличен, буквально там на 20 гривен. Для детей до 15 лет включительно стартовый взнос 45 гривен до 1 апреля и после 2 апреля 50 гривен. Для пенсионеров по возрасту и участников ликвидации последствий аварии второй категории до 1 апреля стоимость регистрации 88 гривен. После 1 – 112. Это все вы увидите на сайте, когда будете регистрироваться. Я прошу учесть еще то, что те, кто зарегистрировался до 1 апреля включительно, получат стартовый номер не только с чипом, но еще и именной. Для чего вводится стартовый взнос? Вы понимаете, что мы не можем, выходя уже на более высокий уровень организации, мы не можем рассчитывать только на спонсорскую поддержку или там поддержку станции, волонтеров и так далее. В этот стартовый взнос мы также включили оригинальную, в общем-то, эксклюзивную медаль финишера, которую получит каждый финишер. Эта медаль, я могу сказать вам так, что стартовый взнос не покроет всех расходов на каждого участника. Точнее, каждый участник за стартовый взнос получит больше, чем если бы это он просто приобретал. Абсолютно верно. Кроме эксклюзивной медали финишера, участники получат оригинальный буклет из истории Славутича и пробегов, медали и дипломы для призеров, а также пункты гидратации на дистанции через каждые 5 километров и на финише. Постараемся сделать действительно 30-й пробег праздником в нашем городе. Приглашаем всех славучан принять участие в празднике бега. Все-таки юбилейный. И кроме того, особо напоминаем, что до 1 апреля можно зарегистрироваться дешевле. А это экономически выгодное вложение.